Типа, вот мы едем. Это у нас... Вот мы едем, здесь 87 у нас, и он в три раза быстрее нас едет и подрезает нас как-то. Как? Пинг у него какой? 51, нет, это не пинг. Ультра странно, типа. Г. Клумбу. Протаранил. Ля. Я вспомню, что мы не сделали до сих пор. Чё я туплю? Мне кажется, теперь за нами следят. Админ. Ну, типа, просто чекнуть. Типа, мы на всех гоним. Плюс мы с масками подозрительные, с пушками. Чисто подозрительные личности. Нужно. На челик, конечно же. Да. Он в казике. А что с нами? Все. Минус 9 хп. На боку проехался. Бля, эта тачка просто... Я когда сажусь на моз, я понимаю, что моз был куплен на рилсле. Я хочу выиграть этот... НРГ. НРГ такой быстрый. Не, он, в принципе, сам по себе быстрый. Спроси максималку НРГ. Спроси максималку НРГ. Может, ошиблись? Ну спроси. Что нам терять? Не, энергия вроде только в лотерее можно выбить. Алло, я только что понял. Я рядом с мент... Лол. Чего? Лол. Так он же ультра быстрый. Если просто... Ля, если он в алтаре падает, то хз, чисто 10к туда заливаю, выбивать энерго. Не, рел, типа, я ультра хочу энерго. Энерго это мой любимый мод. Но из-за того, что его просто здесь нет, мне приходится кататься на ФКРе. Что-то думал, что я не смогу здесь разрулить норму. Здесь я задаю вопрос. Где телефон, лол? Телефон... А, он на зарядке. Да, он на зарядке. Да, алло. Я тут мне там звоню, харе. Нет, ни одной. Хочу лететь под хорошую музычку. Или если бы там какой-то дабстеп был, было бы хорошо. Ну хотя там что-то такое похожее на дабстик. Боже, минус уж.
Ничего, мамку не разбудишь таким образом. Мамку не разбудишь таким образом. Жёстче надо, давай жёстче. Да алло. Давай на максимум. По что прыгать будем? Тогда стоп за трейл рубай. Погромче делай рил. Не слышно ничего. Надо останавливать поезд, братан. Надо останавливать. Алло, я не слышу ничего. Криво заехал, кстати, я не выровнял. Там слишком сильно крутанул в тот момент, ты видел. Я хочу еще раз, на самом деле, кстати. До кого? Раз. Шоу кис, что ли? Так и знал, что типа рак. Вы что думаешь, мне просидеть? Ладно, я тогда пойду в тюрьму повкашу. Не хочу, типа, дома вкашить. Легче в тюрьме. Профитнее в тюрьме. Я тебе говорил. Ну шо, мне винту надо поставить. И ковер перенести, я свободен. Ну да. Ну, я собирался сегодня, но я провод не нашел. А потом забыл спросить, где он. Поэтому я образ винты не сделал. Ну, это понятно. Мне бы тогда это делать не пришлось.